Чуваши разработали проект логотипа к столетию создания чувашской автономии. Юбилейная символика будет использована при оформлении улиц, торжеств, пригласительных билетов и сувениров. Эмблема представляет собой цифру 100, в которой каждый из нулей изображен в виде трех кругов. Разработчики проекта использовали национальные цвета, орнаменты и узоры. Круг означает солнце, бесконечные линии которого замыкают время и пространство. Надписи на логотипе будут на двух языках – русском и чувашском. Те изображения, которые будут использоваться на наружной рекламе, на баннерах, на других полиграфических носителях, они будут нести свою смысловую нагрузку. Это будут известные достопримечательности Чувашии, красивые виды районов, живописная природа Чувашии, современная аграрная отрасль, высокотехнологическая промышленность, привлекательный регион для туризма, мы хотим дать посыл этим брендам. Сейчас эскиз находится на доработке и будет утвержден на заседании оргкомитета празднования столетия Чувашии.